Всем привет! Продолжаем играть в Assassin's Creed Odyssey. Сегодня мы находимся в Афинах, в регионе Аттика, который мы в этой серии начнем исследовать. Точнее, мы уже начали в прошлой серии, но в этой мы продолжим. В прошлой части мы добрались до больших Афин, в которых очень-очень-очень много знаков вопроса и очень много заданий. На задание «Добро пожаловать в Афины» мы пока не пойдем, пока не исследуем, не откроем все регионы этого Аттики. Посмотрим на все это. В общем, и потом будем уже выполнять потихонечку задания и подчищать знаки вопроса. Ну а сейчас точка синхронизации. Опять жаль. Так, отправимся сюда в гору, на гору Панделикон. Ой, сейчас мы тут походу. Торговая стоя. Стоя торговая, ну ладно. Давай, ладно, ее, раз уж. Все, он тут один, что ли? Ликал, зараза. Торговая стоя. Каменоломня горы Панделикон. Мраморная. Собственно, сюда, наверное, построился, собственно, весь вся Афина. Мраморная каменоломня, да. Заброшенные поля теперь. Давай. Нам нужна лошадь. Деревня на горе Панделикон.
Заброшенные поля. Хотя полей раз, два, три, четыре, пять. Ну, тут много, да. Пляж марафона. Давай. Лишь бы не заметили. Угу. Это место битвы, да? Все-таки здесь возможна битва. Давай. Только она возможна в том случае, если мы не поладим, наверное, с Периклом как-то. Ладно, будем иметь в виду. Так, тут у нас хребет Парнес и также священная равнина. Давай. Ух ты ж. Крепость Фила. Так, нам надо назад. Дороги. Регион-то не маленький, мы будем его исследовать очень долго. Очень долго будем его исследовать. Кстати, он рядышком с этой... с Мегаридой. Не то, что рядышком, прям. Дорога прямо идет отсюда, раз.
Хорошо, давай осажденные равнины. Тут вообще порт. Порт Пирея. И два острова исследуем. Поехали. Ой-ой, народу сколько. Так, осажденные равнины тоже тут. Очень много знаков вопроса, очень много точек. Даже подводные есть. Давай в порт Пирея и на остров Саламин. Вперед. Лучше не попадаться. Поехали! Так, это у нас порт. Давай на этот остров. На этот остров. Остров. Так, тут есть тоже кузнец, надо его посетить и купить у него железо, если будет. Тебе что-нибудь нужно? Вот оно и есть. Всего понемножку. Так, улучшим меч. Рад тебя видеть. И улучшим корабль. Копия, урон от копий, жаровни, таран. Что тут? А камень нет. Гробница, да? Да. Нужно быть. Я тебя убью!
Евагор. Шел нахер. Угу. Так, ходим. Тихо. Ой, я-то, блядь, змея. Пол с этими штуками опасен. Так, главное не просмотреть дверь. Так, тут ящик. Шлем Деметра. Блядь. Еще одна большая ловушка. Гробница-то не маленькая. Куда мы в итоге пришли? Ага. А вот и это. Драхма. Тихо. Погоди, мы не туда. Здесь много охраны. А, вон она, прям видна ее.
Подожди, я заблудился. Нам наверх или вниз? А, значит сюда, все правильно. Так, давай навыки. Качать навыки будем. Яростные удары. Требуется 3 ячейки адреналина. Давай, качаем. Так, хорошо. Ну и нам нужна Эгина. Вот сюда. Заебись, лев. А, стоп, куда? Это не Адресте же. Нам нужно Адресте. Мы не доплывем без нее. Сразу следуем эту точку. Yeah.
провалим. Давай. Это тут одна точка была на Гине, да? Угу. Так, ну все, мы открыли всю Аттику. Теперь надо нам задание. Побежали. Поплыли, точнее. Так, афинский корабль. Ой-ой-ой. Ой, стрела прилетела. Тихо-тихо. Тихо, 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 ты, блядь. Лезла, лезла и перест. Улучшил навык восприятия Икарда.
Поехали. Дверь. Пусть войска спартанцев стоят у наших стен, но мы должны объединиться ради славы Афин. Слава тебе! Друзья! Друзья, прошу! Да, спартанцы рядом, прямо у наших стен. Но зачем же уподобляться им? Сочный плод! Как жаль, что спартанцы сожгли поля, где он рос. Парфенон великолепен, Перикл. Но какова цена? Сколько трирем мы бы могли построить? Сейчас нельзя разобщаться. Мы и так разобщены. Спартанцы побеждают. Кто-то должен действовать, Перикл. О, боги, ты здесь. Все хуже, чем я думал. Клеон собрал толпу. Надо спешить. Куда? К Периклу. О, Перикл — отец демократии. Назад! Она не угроза для Перикла, уверяю. А, Геродот. Все хорошо. Пропустите. Рад вновь тебя видеть, Перикл. И я тебя. Жаль только, что при таких обстоятельствах. А это кто? Кассандра. Здравствуй, Кассандра. Как тебе то, что творится в Афинах? Думаю, вы с Клеоном оба правы. Правота отнюдь не то, что волновало толпу. Они боятся, а Клеон потакает им. Перикл, мы тут, чтобы... Нужно выбрать момент с осторожностью и поговорить наедине. Ладно. Мы пришли сюда по важному делу. Как и все прочие. Я сказал Кассандре, что ты пригласишь ее на симпосий. Ты просишь меня исключить всех афинян и вместо этого позвать чужеземку? Ты слышал толку? Чему давать им лишний повод? Если она станет работать на тебя, возможно, ее сочтут служанкой. Я не служанка. Кассандра, это Афины. Если хочешь чего-то, будь готова притворяться. И зачем же тебе на симпосии? Я ищу женщину, которая очень важна для меня. Геродот сказал, что на симпосии я, возможно, смогу что-то узнать. И тут он прав. Я проведу тебя, но не обещаю, что ты узнаешь то, что тебе нужно. Скажи мне, что делать? Сначала найди моего соратника, Метиоха. Он не пришел навстречу. Это совсем на него не похоже. Ясно. Моего друга Фидия нужно как можно скорее увести из Афин. Что-нибудь еще? Да. В городе пройдет остракизм. Ты можешь повлиять на результат. Так, кто такой Метиох? Метиох. Ты сказал, он твой соратник? Политический союзник и мой преданный друг. Фидий, известный скульптор? Что такого он сделал?
и его собираются судить по множеству обвинений. Он в своей мастерской, под стражей. Остракизм? Тебе скорее знакомо слово «изгнание». Жители Афин решают, кто должен покинуть полис. Либо софист Анаксагор, либо другой человек. Причина – нечестивость. Мой друг возле Агоры все тебе расскажет. Хорошо. Не привлекай к себе внимания. Отлично. Пусть это и не само приглашение, но у нас появился шанс. Хотя он наверняка пойдет к Аспасии. Лишь бы был результат. Так, и Клеон тут. А у тебя чего? Приветствую. Ты недавно говорила с моим другом Периклом. С твоим другом? Мне казалось, вы с ним соперники. Это политика. Перикл хороший человек, просто неподходящий. Говорят, вполне. Кто говорит? Он? Его избрали. Афины – демократический полис. О, все так. Но он не подходит для этой должности. Тебе от меня что-то нужно? Или мы так и будем обсуждать особенности демократии? Перикл устраивает пиры для богачей во время осады. Я хочу вернуть власть в Афинах народу, а ты можешь помочь мне. Я работаю за деньги. Я немало знаю об устройстве мира и нуждах людей. Я щедро заплачу за твою службу. Чем я могу тебе помочь? Не мне, Афинам! Спартанцы у наших стен! Посей панику в их рядах. Пусть страдают так же, как мы. Прошу, подумай. Возьми деньги и покажи спартанцам, что наш дух не сломлен. Я готова убивать спартанцев. Убей их командира, Набиса. Уничтожь припасы и предоставь мне доказательства. Заставь их бояться нас. Будет сделано. Поверь. Для тебя это отличная возможность. Ладно. Так. Что по заданиям-то у нас тут? Ух ты, блядь, по заданиям. Ради людей. А, уменьшить влияние Спарты. Это мы сделаем потом. Ядовитый вопрос. Поместье Метеуха. Так. Спаси меня, прошу. Ну же, убей змей, пока не поздно. Сами боги послали тебя. Если бы не ты, меня бы съели заживо. Змеи не едят людей. Но наверняка убивают. Так что спасибо. Помогать тем, кто попал в беду, мой долг. Миру нужно больше таких, как ты. Особенно сейчас. Я от Перикла. Он волновался за тебя. Часто ты оказываешься в таких ситуациях? Что за странные шутки? Злодеи вломились ко мне, притащили сюда, связали и выпустили этих тварей. Останови их. Кого, змей? Злодеев! Зачем это сделали? В эти смутные времена политики — легкая цель. Они сказали, что я змея. Мол, пусть мои сородичи убьют меня. Ты узнал тех, кто это сделал?
Перикл попросил меня сходить в рыбацкий район, поговорить с бедняками, обнадежить их. Так я и узнал их голоса. А, да? В меня бросали объедки, оскорбляли. Злодеи скрыли лица, но их голоса и запах рыбы я не спутаю ни с чем. Где мне искать? Я не видел их лиц, но узнал голоса. Я слышал их в одном из районов Афин. Они часто бывают на диспутах Клеона, а живут в затопленной части города. Я отыщу их, Метеох. Не бойся. Люди на грани. Если так будет продолжаться, мы поубиваем друг друга без всяких спартанцев. Угу. Отправляйте жилище нападавших. Что Перикл гордится этой частью Афин. Где-то здесь должна быть подсказка. Ну, змеи уже есть. Такие же чуть не убили Метеоха. Змеиные укусы. И кто-то спрятал тело. Хотя, мне кажется, смерть была случайной. С квадратной головой, да? Похоже, задумали это покушение не те, кто напал на Метеоха. Должно быть, нападавшие живут тут. Но, судя по письму, они лишь выполняют чужую волю. Чью? Ты чего рыскаешь вокруг моего дома? Вы напали на Метеоха. Я нашла змей. Письмо от вашего друга и труп. И все это здесь. Да, Актис. Мы знали, на что идем. Не прольется кровь, не настанут перемены. Почему именно змеи? Из-за Перикла и его дружков. Мы пленники в своем же городе. Продавец змей сказал, что пришло время заставить их страдать. Нельзя самим вершить правосудие. Теперь мне надо понять, что с тобой делать. Клеон говорит, пора забрать город у элиты. Пора биться. Что бы ты с нами ни сделала, нам на смену придут другие. Я знаю, кто-то дал вам этих змей. Вас просто использовали. Продавец змей? Настоящий герой Афин. И шавком Перикла его не остановить. Ты орудие в чужих руках. Скажи мне, где продавец змей? Ладно, ладно. У него лагерь возле города. Там он продает змей. Еще не поздно все изменить, но нужно действовать вместе. Может, ты и права, раз уж мы живы. Но с чего начать? С себя. Этот район – ваш дом. Не думайте о политиках. Займитесь тем, что можно изменить. Спасибо. Попробуем. Избавлю Афина от продавца змей. Продавец змей. А тут один, что ли? Я убью тебя, Мистия! Чувствуй яд в своей крови. Ты умрешь! Ясно. Охренеть. Теперь друзья Перикла в безопасности.
Вот и дверь закрыта. Что ж, вижу, твои дела идут неплохо. Пока опасность миновала. Но злодеи все еще на свободе. Это были рыбаки. Их использовал продавец змей, который служит врагам Афин. И что ты сделала? Объяснила, в чем они заблуждаются, и отпустила. Теперь ты в безопасности. Я рад, что все живы, но как знать, вдруг они вернутся? Они знают. Если что, им придется иметь дело со мной. Что ж, вероятно, встреча с тобой их сильно напугала. Спасибо за помощь, Мистия. Я расскажу об этом Периклу. Ядовитый вопрос. Сука, эти точки так и остаются, смотри. А вот просто она вот там повисла, блядь, точка. И все. Этот баг так и остался. Ну-ка, а если мы, к примеру, тэпнемся сюда? Ну ладно, покиньте Афины. Давай, покиньте Афины сделаем. Стой! Дальше тебе нельзя. Не часто увидишь стражника у мастерской скульптора. Я выполняю приказы. И пока их не изменят, никто сюда не войдет. В сторону. У меня важное дело. Не пускать людей тоже. Может, увидишь Фидия после суда, если ему сохранят жизнь. Слушай, меня прислал Перикл. Мне нужно к Фидию. А меня прислали жители Афины, им нужно, чтобы Фидий умер. Уходи, не то умрешь и ты. Я попыталась. Правда. Ёб твою мать. А чё они такие сильные-то? Из
Извини, что напугала. Как ты справилась со стражей? Ты первая, кто смогла? Тише. Я от Перикла. Хвала Афине. Я в него верил. Я боялся, что они пришлют ко мне убийцу. Надо вывести тебя из города. Он знает о заговоре. Ты про суд? Похоже, у тебя не шанса. Народ меня любит. Ведь я Фидий, но есть и другие. Вот. Малака. Значит, Перикл спасает тебя не от суда. Это приказ убить тебя. Кто автор? Я не знаю, кому доверять. Я скульптор, я хотел лишь творить. Прошу, скажи, что делать? Сначала постарайся успокоиться. Тебя ждет суд, люди против тебя. А теперь еще и культ хочет твоей смерти. Говорю же, успокойся! Да, конечно. Клеон сказал, ты растратил деньги. Будь его воля, тебя бы уже казнили. Клеон говорил обо мне? Это навредит Периклу. Нечестивость, кража. А мы столько сделали для Афин. Вы с Периклом очень дружны. Наша с ним дружба началась с любви к Афинам, а трудности привели к величию. Это и есть дружба. Ладно, надо идти. Ты знаешь, где тебе можно скрыться? К югу от Афин есть остров Серифос. Там живет мой друг Ферос. Я послал ему весточку, когда узнал о заговоре. Думаю, он сможет помочь. Мне нужны любые сведения о личностях культистов. Да, да, конечно. Стража! Я отвлеку их, а ты беги. Вечером отправимся на Серифос. Пока не встретимся, не открывай лицо. Я понял. Думала, можно просто так убить стражника и скрыться, да? Выходи и бейся! Да, конечно. Ну ты что? Сидим ночью в порту. Вот и ночь. Сейчас нужно будет куда-то плыть, да? Так, точка-то и висит, да? Ну ладно, хер с ним. Не мешает. Если меня тут заметят... Мы заебись. Элла! О, ты пришла. Я начал волноваться. Я обещала увезти тебя из Афин. Это правда. Твой друг надежен? Мы с Феросом давние друзья. Я написал ему, где нас встретить. Не будем понапрасну тратить время. Плывем на Серифос, пока можем. Покиньте Афину и 3 километра плыть на Серифос. Вот он, Серифос.
поплыли. Отплывать готовы! Куда плывем, капитан? На Серифос. Надеюсь, вдали от Афин пульт меня не достанет. Отдай пару! Ничего так. Еще один на финский сейчас тоже нападет, да? Весла готовьте! Заранее! Дай пару! Суши весла! Хороший корабль. Не надо этого. Чего? Пустит бесед. О, я вовсе не хотел мешать. Просто не так часто мне доводится выходить в море. Здесь свобода. Да, свобода — верное слово. Хотя меня уже слегка мутит. Перегнись за борт, если хочешь. И то придется убирать. Твой желудок тоже бунтует? Ничего, привыкнешь. Скоро будем на Серифосе. Рад видеть тебя в добром здравии, Фидий. Спасибо, Ферос. Как видишь, я прибыл не один. А, добрая воительница, о которой ты мне писал. Я рада, что спасла его. В свою очередь, я кое-что узнал. Убить Фидия планировал человек по имени Брисон. Надеюсь, тебе это чем-то поможет. Да. Попрощайся за меня с Периклом. И будь осторожна. В Афинах сейчас небезопасно. Послание осведомителя Фидия. 400 драхм. 8000 опыта. Адепт культ космоса. Клянусь своей жизнью и жизнями тех, кого я убью, что больше не подведу космос. Не подведешь, не подведешь. Так. Ну. Острова пиратов. А, это острова пиратов, это Серифос. Острова пиратов. Ну, два, что ли, да? Да, два, три. Вот этот маленький Лестрес еще есть. Ну, нам нужно вернуться обратно.
Вообще уже сразу битва доступна. Испытание сложное. Андрес. Ну что, возвращаемся обратно.